О, я понимаю его. Вижу его мысли. И слышу твои, Артем. Ты можешь считать мысли простым прикосновением? С ним не так. Мы можем говорить на расстоянии. Он особенный. Его усыновили. Давно. Так вот почему ты особенный, Артем. Это они изменили тебя, чтобы понять нас. Что за этой дверью? Ты не слышишь? Тебя звали. Я слышу. Открой. Погоди-ка, где-то я? Это же одни из закрытых ворот D6. Кодовый замок. Что там внутри? Мои! Мои! Они там! Они спят! Да это же... Это же... Смотри! Они в спячке! Он не один! Я должен их разбудить! Им пора жить! Нам всем сейчас туда! Если сможем, откроем тебе дверь! Там смерть, рядом, вокруг. Но я должен, иначе останусь один навсегда. Помоги нам, и мы поможем тебе. Я сделаю, что надо. Я должен их разбудить. Что-то придумаем. Поживее, муки сонные. Полковник, откройте нам ворота в конце линии D6 на ботанический сад. У вас есть код? Все коды D6 у меня есть, но обещать ничего не могу. Придется? Тогда он выручит нас в полисе. Значит, берите его с собой и по дороге все расскажете. Если убедите меня, открою. За мной! Он не единственный, не последний. Я понимаю его восторг и его желание как можно быстрее добраться до своих, освободить и пробудить их. Но он согласился подождать чуть-чуть. Сначала он попытается помочь нам. Если мы успеем на конференцию, Черный сможет открыть для нас мысли Москвина. Артем, про Октябрьскую мы узнали от Хана и заявили протест Москвину. Но тот ничего и не отрицал. Мол, к счастью, рядом с Октябрьской проходили учения их санитарной роты, и, пойдя на жертвы, вспыхнувшую эпидемию удалось заглушить зародыши. А иначе она охватила бы все метро. Что на это скажет? Да так бы и я поступил. Но ведь агент Красных похитил контейнер с вирусом из D6 перед эпидемией на Октябрьской. И что? Кроме Артема живых свидетелей нет. И кто поверит ордену? Ведь D6 в наших руках. А если это мы выпустили вирус? Красные атаковали Ганзу. Мы можем заставить Москвина признать... Ничего мы не можем. Мы не армия. У нас на все метро 100 бойцов не наберется. Да, Москвин готовился к войне. Но после предложения полиса о разделе имущества D6, он может искренне хотеть мира. И мы обязаны добиться подписания договора. Все в норме. Москвин? Какая разница, чего он хочет? Он марионетка Корбута. Пока Москвин говорит, D6 окружает спецназ Корбута. Этот договор вы скрепите своей кровью. А что, есть идеи получше? Готово. Притащили сюда эту обезьяну. Открыть. Что теперь? И... Разговор окончен. Следуем в зал совета. За мной. Полковник, разрешите доложить? Отставить! Всем силам орденов, D6, полная боевая готовность. Корнеев пусть приступает к... Ну, он в курсе. Только бы пронесло. Я официально отдаю приказ о прекращении операции «Эльдорадо». Слава рейху! Слава! 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 И в заключение официальной части слово предоставляется лидеру Красной линии, товарищу Москвину. Товарищи, товарищи, я не побоюсь этого слова. Друзья, друзья.
Держись рядом с малышом. Да будет мир во имя наших детей! Ура, товарищи! Вы лжете! Хан, с ума сошел? Я знаю, что делаю. Просто поверь, хоть раз! Кто вы такой? Охрана, выведите его отсюда! Рейнджеры, отставить! Артем, малыш, ваш выход! Товарищ Москвин, вы должны меня поддержать. Иначе могут всплыть некоторые неудобные подробности смерти вашего брата. Ваш брат говорил о необходимости устранить исходящую от вас угрозу. Что? Какую угрозу? Мы же братья! Он думает, что вы завидуете ему. И боится за свою власть. С ума сошел! Совсем уже! Но сейчас я ему все выскажу. Боюсь, словами удар уже не отвести. Нужно его упредить. Максимушка, как я рад, что мы с тобой помирились. Из-за такой ерунды. Ну, выпьем? Выпьем, брат. Что? Единогласно. Генеральным секретарем. Молчишь. Что смотришь так на меня, глазами своими честными? Сам ты виноват. Кто хотел меня убрать? Корбут тебя сдал, а теперь меня за яйца держит. Из-за тебя! Прости. Прости меня, Андрюша. Нет мне прощения. А ты все равно. Прости. Что это? Что было? Я вслух? Так, значит... И мне что-то подсыпали. Как брату. Да. Отравил. Брата своего. Но Корбут. Я идиот. Думал, он спасти меня хотел. А он так власть взял. За горло меня взял. И сейчас... Т-6 штурмует. А там вирус этот. И если он этот вирус захватит, конец. Но вы же руководите! Прикажите! Проклятые! Отзовите войска! Будьте или вы хотя бы задержите! Сволочи! Выиграйте время для... Здесь все ясно. Какой... Скорее, на вокзал! Т-6 мы не отдадим! Что? За мной! Два. Thank you.
Если вы проиграете, то будет плохо для всех? Тогда я должен спасти своих. Ты хороший, Артём.